Всем привет! В этом видео мы расскажем о вакуумных пробирках с цитратом натрия. Вещество цитрат натрия представляет собой натриевую соль лимонной кислоты, которая знакома многим хозяйкам и имеется на каждой кухне. Из-за своеобразного солено-кислого вкуса это вещество относят к категории так называемых кислых солей. Чаще всего цитрат натрия применяется как приправа, которая придает определенный вкус тому или иному продукту. Также натриевая соль широко применяется в качестве пищевого консерванта, который на этикетке товара указывается как И-331. Поскольку цитрат натрия имеет простую химическую структуру, его часто применяют и в других сферах. Например, это вещество может быть секвестрантом кальция, регулятором кислотности и эмульгатором. В химических лабораториях его широко используют для регулирования кислотности растворов. Также данное вещество применяется для регулирования уровня кислотности и уменьшения содержания кальция, что очень востребовано в области молекулярной гастрономии. Химическое вещество цитрат натрия имеет следующие свойства. Растворяется в жидкости, которая может иметь любую температуру. Но стоит учитывать, что при более высокой температуре гидратация будет проходить сложнее. Изменяет внешний вид других продуктов. При добавлении цитрата натрия в нейтральную среду увеличивается pH раствора. Существенно снижает содержание кальция, что позволяет получать однородные гели. Кроме того, цитрат натрия используется при исследованиях систем гемостаза. Для коагулологических исследований потребуются специальные приспособления, вакуумные пробирки, наполненные этим веществом. Для изучения коагуляционных свойств крови, например, факторов свертывания, фибриногена, протромбина и других, применяется пробирка с цитратом натрия. Концентрация этого вещества зависит от конкретной лаборатории. Во время исследования одна часть цитрата натрия смешивают с 9 частями крови. Если в пробе цитрат натрия имеется в недостаточном количестве, то в ней образуются микросгустки, а при его избытке результаты анализа искажаются вследствие связывания кальция из реагентов. После взятия образца крови пробирку с цитратом аккуратно перемешивают, чтобы не допустить образования микросгустков. Каждая пробирка с цитратом натрия имеет крышку с резиновой пробкой. Также пробирка с цитратом натрия имеет дополнительный защитный пластиковый колпачок с наружными вертикальными бороздками. Если вакуумная пробирка используется для взятия крови, то хранить биоматериал в ней можно не больше 24 часов. Каждая вакуумная пробирка изготавливается в заводских условиях, поэтому содержит все необходимые для проведения анализа реагенты и добавки. Благодаря вакууму в пробирках можно взять точно определенный объем крови, а также точно соблюсти правильное соотношение количества крови и реагента. Вакуумное разрежение позволяет делать забор крови сразу в пробирку. Пробирка полностью стерильна и имеет голубой цвет крышки. На каждой пробирке имеется двойной отрывной цифровой код. После взятия крови один из них остается на пробирке. Другой код убирают с пробирки и наклеивают на карту анализа, чтобы идентифицировать пациента. Вакуумные пробирки с цитратом натрия вы можете приобрести на нашем сайте по ссылке в описании. Спасибо за просмотр!